Я приветствую всех уважаемых подписчиков, а также тех, кто посетил мой канал. У меня сегодня посылка, распаковка посылки из Китая, сайта AliExpress. На этот раз ко мне приехали тактические перчатки марки Mechanics. Вот, ну, собственно, сейчас будем распаковывать, рассматривать, что оно и как оно. Значит, вот так все это дело выглядит. Упаковано в обычную стандартный пакетик. Поглядим. Распаковывать нужно аккуратненько, потому что все это там плотно лежит, дабы саму вещь, которая ко мне пришла, не попортить. В пакете больше ничего нет. Вот. Вот такие тактические перчатки. Вот. Это перчатки, как я уже говорил, марки Mechanics. Модель Mpact 3. Вот. Будем смотреть. Для начала. Вот. Были налеплены на таком блистере. Вот. Ну, собственно, переходим к самим перчаткам. Выглядят они следующим образом. Вот, первым делом проведем внешний осмотр. Ну, так сказать, внешний осмотр показал, что перчатки выполнены достаточно качественно. Вот так сходу нигде не наблюдается никаких ни кривых строчек, никаких-нибудь таких явных браков. Вот хорошая такая плотненькая липучка. Вот, смотрим, что у нас здесь. Так, что-то я не могу понять. Ага, вот, на этикетке написано, что, вот здесь, на этикетке написано, что сделаны они во Вьетнаме. На самом деле, я являюсь, так сказать, фанатом марки Mechanics, вот, и по собственному опыту, а также по отзывам людей на различных форумах, я знаю, что Вьетнам на самом деле делает очень даже неплохие копии перчаток Mechanics. То есть они достаточно качественные, сделаны ровненько, ну, без явных огрехов. И носятся они достаточно долго. Вот, ну попробуем их одеть. Левая. Вот так. Ну, вот так они выглядят на руке. Ну, на руке сидят хорошо, удобно. То есть, как бы можно сказать, что никаких проблем в крое и пошиве этих перчаток особенных не было. Значит, сверху, ну, теперь так проведем такой экспресс-обзорчик самих перчаток. Вот, внешний вид мы рассмотрели, напели здесь целую кучу дифирамбов. Теперь перейдем, собственно, к самим перчаткам. Перчатки плотные.
Вот. Я так подозреваю, что так, например, как с моделью Mechanics Original, да, удобно нажимать, например, на сенсор, на экран сенсорного телефона, да, то есть если в модели Original можно было без проблем пользоваться сенсорным телефоном, то есть через них экран реагировал. Здесь уже, скорее всего, так не получится. Но в то же время, например, управляться с ножом получается без проблем. Я так подозреваю, что, скорее всего, и, например, с оружием управиться будет тоже беспроблемно. Перчатки плотные. Вот, скорее всего, что при некоторых низких температурах в них не будут мерзнуть руки. Вот, усилены с этой стороны ладони. Перчатки усилены амортизирующими вставками. Вот в этой части большого пальца. Вот здесь амортизирующих вставок нету, здесь просто нашита плотная ткань, очень похожая на кожзам, что ли. Вот. Также такая же ткань нашита вот здесь на подушечках пальцев. Вот. И вот эта часть также усилена этой тканью. Пальцы, сами фаланги пальцев усилены пластиковыми вставками. Вот. Причем все костяшки же пальцев. Здесь вот такая пластиковая вставка. Ну, видимо, для дополнительной защиты, а также для, я не знаю, предполагается, видно, что при ударах, наверное, чтобы оно защищало костяшки. Ну, на самом деле, по идее, скорее всего, в оригинальных перчатках они должны быть карбоновые. Здесь я предполагаю, что это просто пластик. Вот здесь мы видим название модели MPAC 3, ну а также фирменные, якобы фирменные названия самой марки Mechanics. Вот. Ну что ж, что еще сказать? Да, липучка действительно, да, так хорошо, плотненько держится. Сами перчатки хорошо сидят на руке. Единственное, в чем небольшая проблема, я, скорее всего, не угадал с размером. Мне бы надо было бы на размер меньше. Но не сказать, чтобы это безумно как-то стесняло движение. Ну, немножко свободно ну, перчатки сидят на руках. Ну, не более того. Но это, собственно, уже мои личные особенные проблемы. Как бы вот. Пожалуй, на этом все. Все, что можно было бы рассказать об этих перчатках. Обошлись они мне совсем недорого. Вот, по-моему, если мне не изменяет память, это что-то около $14. Совершенно, по-моему, недорого за такую кучу счастья. Вот, будем пользоваться, тестировать, смотреть, как оно и что оно. Собственно, на этом обзор, скорее всего, можно заканчивать. Если вам видео понравилось, ставьте ваши пальцы вверх. Если не понравилось, буду рад любой объективной критике в комментариях. Если также у вас возникают какие-либо вопросы, вы также можете их задавать в комментариях, я постараюсь всем ответить. Засим я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.